Каждое утро на улице Ташкента можно встретить эту женщину, и всегда ее окружают друзья. Далеко за пределами родного города известно имя хирурга Мукарам Ашраповой, которая вернула здоровье, спасла жизнь сотням людей. Работая над докторской диссертацией, часто вспоминает она о годах Великой Отечественной войны, когда начался ее трудовой путь. В то время отдыха у врачей не было, и не счесть, сколько происходило тогда поединков со смертью у операционного стола. Сейчас доцент Мукарам Ашрапова работает в Ташкентском медицинском институте. Сегодня в институте радостный день. 13-летний Саша был очень болен, и вот он снова здоров. Каждый день замечательного хирурга Мукарам Ашраповой отдан служению жизни человека.